Блять, конечно. Весело. Сейчас еще и бан въебут на РМ, блять, красота. Короче, ребята, я так понимаю, уже похуй, кто будет смотреть. Там, типа, я сейчас понимаю, что онлайн по пизде пойдут. Вот. Что уже сейчас, бля, будет смотреть чисто 2-3 человека. Как обычно, по пизде из-за этого ёбаного компа. Вот. Два человека. Да похуй, в принципе, мне уже похуй, кто смотрит. Просто говорю, блядь, у меня больше, чем из-за игр, жопа горит из-за вот этого ебанутого компьютера. Объясняю. Вот вы, гражданин, блядь, Михаил. 30 минут бана, блядь, ладно. Ладно, так, вы, гражданин, да, программист. Если вы на стрим присутствуете, тапните плюс, чтобы я мог понимать, задавать вам вопрос или нет смысла. Вот. Кто на стриме ставит класс, а кто против, пидорас. Данил, присутствует, уже хорошо. Уже хорошо. Так. Что-нибудь браузерную хуйню сейчас поиграть будет. Так, как там называется? Draw. Draw it. Да, по-моему. Yeah, quick draw. Короче, порноактриса оценивала стримеров. Что, меня оценила, надеюсь, хотя бы как-нибудь. Потому что если нет, то это считаю, я считаю, это даже не порноактриса. Вот, если она меня не оценила. Я на самом деле, по-моему, видел какой-то такой видос в Ютубе, в рекомендациях было. Там что-то она братишки насмотрела, еще кого-то. Ну, короче, всяких додиков вот этих ютуберских. Ой, ютуберских, твичевских, блядь. Вот, ебаный компьютер меня вгоняет в депрессию, блядь, из-за того, что он постоянно, блядь, зависает просто намертво. Поэтому я сейчас ебну пика. Вот. Категории гей. Это по-любому Хесус, блядь, он же гомосек. Так, я так понимаю, два человека всего сидит тут на стриме. Классно. Это я и ты, походу, Данил. Вот. Поэтому весело живем, блядь. Конченый, блядь, компьютер конченый. Так, рекламил стримчан свой. Вот, блядь. Четыре зрителя. Все, заебись. Заебись. Вот Наиль. Человек молодец. Он работает, между прочим. Еще и стримы мои успевает смотреть, сука. Человеку же заняться больше нечем, блядь, кроме как работать, стримы мои смотреть. Так, лайки, 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 лайки. Хайлайты, кстати, блядь, надо хайлайтера найти.
Чтобы резал стримы мои. Блять, хайлайт. Короче, рисуем камин. Игра пиздата. Рисуем камин. Должна понять твоя. Может, это радуга. Нет, это или камин. Шлем. Это камин, или тварь. Палатка. Или амбар. Вот Это же стена. камин. Это камин, тварь. Пожарный гидрант. Значит, дорога. Может, идет. Это линия. Ровная. Или река. И Или вот здесь пояс. Стоит. Или Великая Китайская стена. Да, великая, или блядь, наручные часы. Китайская стена, тварь. Может, это зеленая фасоль. Или небоскреб. Как я нарисую пожарный Увы, гидрант? У меня Тварь. Нет никаких идей. Ёб твою мать, хот-дог. Ладно, хот-дог, я примерно понимаю, как рисовать. Надо нарисовать. Может, это одну качели доска. Боку. Нарисовать Или скамья. Сосиску. Или радуга. Так. И нарисовать Может, это вторую. Зеленая фасоль. Это же хот-дог. Это же хот-дог. Дошло, блядь. Автобус? Ну, автобус это изи, Может, ребята. это Это линия. изи. Или уличный фонарь. Или Автобус хлеб. это мой Может, профиль. это фургон. Ума не приложу, что это. Ты тварь, блядь, Может, автобус это машина скорой помощи. Это Или автобус, школьный тварь. автобус. Школьный? Какой? Автобус, Увы, дура. у меня нет никаких идей. Пиздец, велосипед. Ну, велосипед это легко. Может, это круг. Или гантель. Это же велосипед. Дошло, блядь, луковица. Ну, это тоже изи. Так, Может, какой зал. Это нос. Или груша. Это же луковица. Охуеть, спасибо. Почему он виснет? Да кто виснет? Чё не виснет, блядь? Не надо мне тут пиздеть. Как пожарный гидрант? Как люди рисуют пожарный гидрант? Угу. Угу. Ебануться, блядь, спасибо. Так, закрываем эту залупу и заходим обратно в ебобанный Warface. Сколько у нас тут? 20 минут. Ура! Можем поиграть в Агарио. Всегда мечтал. Вот, что хотел сказать. Обоссанный компьютер этот, блядь. Что тебе надо, блядь? Капча, блядь. В Агарио поиграть, чтобы... Этот ёбаный комп иногда зависает. Мне интересно, модератор мой вообще тут? Нет, блядь? Щелкните на изображение с лодкой. Если тут, нажми плюс. Просто я, возможно, проебал. Если ты это... Если ты... С лодкой. Да вы заебали, блядь. Если ты писал, то я, возможно, проебал. Тоже же лодка, блядь, по-любому. Игра написал? Нет, не писал, блядь. Где? Я не понял, модератор. Брать, что ли, модератора, наверное, не надо, да, блядь? Ну что, почему модератор нас заходит? Ник, ну какой еще ник может быть вот у меня? Так, плей. Survivio, блядь. Не, я ебал такие игры. Я ненавижу. Так, знаете что? Слишком скучно, блядь. Дело уфай. Надо грустную атмосферу навести, что людей не... Блядь, как закрыть. Что люди не смотрят, блядь. Что я грущу, пиздец. Вот какой-то гандон. О, иди отсюда. Вот, так, как здесь надо большой экран поставить, я не помню уже, блядь. F10. А, F11. Вот, хуяк. Короче, поиграй. Да по... Блять, меня съели. Ладно, сейчас. Continue. Только знаешь, в чем прикол? Я не могу выйти из полный экран. А, все вышел. Survivio. А. Вот он, короче, блять. Survivio. По-моему, хуйня. Мне кажется. Где модер, сука? Я сейчас, блядь, это самое, позвоню. Я это позвоню. Я не играл, блядь, отъебись, как отключиться. Сука. Ой, ёпта мать. Всё. Так, пока Данил объясняй мне, как в это говно, блядь, играть.
Ты модер написал, пошел, бля. Негоже проебывай. Да ладно, блядь, только не зависни, пожалуйста. А, это интернет, все, слава богу, блядь. Иди нахуй отсюда, лоу-фай, блядь. Иди в пизду, сказал. Обычный батл рояль. Блядь, понимаешь, у них есть свои какие-то правила, блядь. Вот. Смысл же есть какой-то в игре? Я не понимаю, какой хуй мне завис, блядь, Яндекс? Или что, у меня комп просто завис опять? Нет, да? Нет, Яндекс завис, блядь. Остальное это работает, наверное. Короче, сейчас стрим ебаный лопнется. Можете даже нахуй не заходить на него. Потому что этот ебаный комп просто конченый. Иди отсюда нахуй, блядь. Давайте запустим игру. Занять топ-1, какой смысл? Блядь, ты понимаешь? Есть какие-то правила игры всегда, у любой. Я же должен что-то делать, наверное. Пойдет. Куда нажимать? Где плей? Тут даже плей нет, понимаешь? Бой. Окей, давай, все. Что делать? Я дерусь. Камни. Лутации убивать? Что, я вот сейчас залутался, когда отпиздил камень? А сейчас? И чем я залутался? Как мне залутаться, блядь? Что я взял? Жилет 2 уровня. Броня. Охуенно. Ой, господи. Во что ты меня, блядь, заставляешь играть, Данил? Он хоть хуйлан ходит, блядь. Чё, не могу я к нему пойти. Коробки пизди. А если я камни пизжу, блядь? Дымовая, дымовая. Пугая. Нахуя мне? Может, мне нужно оружие, блядь? Ну хуя мне ваша броня, блядь, тварь. Калибр, охуенно. 2 человека, господи, блядь, как я до этого докатился? 2 человека смотрят, где? Чё я сделал-то, блядь? О, запишу сейчас вручную. Изи, блядь, изи, изи. Это дело, 2 человека будут смотреть, блядь, такую хуйню играть. О! Как переключаться? О! 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 Так, а я могу стрелять? Надо патроны собрать. Это что такое? Ты бин. Так, стрелять. Ох, нихуя себе стрелять. Так, надо найти людей. А как мне, например, похилиться, блять? Вот я там что-то собрал. А, вот, использую бин. Гений игры. Да это хуйня, не игра, блять. Ты что, угораешь? Тут даже людей я хуй найду. Вон зона. Пойду в зону. Смотри, сейчас... А как еще раз похилиться, мне интересно? А уже никак, да? Дробовик, ладно. Короче, я в зону захожу, если никого не убиваю, я рот убал от игры, я убиваю. Кто-то умер. Я, кстати, 15-й живой, это, мне кажется, уже достижение. Красная зона приближается, перейдите в безопасную зону. Иду, блядь, что делать? Вот ты хочешь сказать, стримеры по этой игре есть? Вот по этой. Ну и что, я, блядь, в центре, нет? Как мне вообще посмотреть? Лайк. Как мне карту открыть-то, блядь? О, отлично. Я в центре, блядь, охуеть. Есть люди здесь вообще, играть мне? Как дверь открыть? Как дверь открыть-то, блядь? Ладно. Нет людей, отвечаю. 7 человек живых, никого не вижу, блядь. Ни одного. Сейчас завалю, блядь, любого, если увижу. Никого нет. В этом и проблема. Это человек? Это камень, блядь. Нет людей. Никто вот хуйню не играет, понимаешь?
Это что такое? Водный элементарь. Куда поплыл, блять, базовый костюм? Не знаю, что полезнее даже. Блять, чё, где все, блять? 5 человек живых. Где они вообще находят, блять? У меня нет хп, кстати. Надо разъебать. Чё это, небольшой пакет? Нахуй мне нужен? Дайте мне хп, блять. Это чё такое? Понятно. Ни одной коробки, блять, даже нихуя нет. Вот он, блять, я его даже не видел. Все, игра хуйня официальная, я не знаю, Данил, нахуй это мне, я даже порекомендовал. Вот, блять. Игра полная залупа. 10 минут, 11 даже. Короче, сейчас я еще раз схожу отлить, потому что, блядь, четвертая банка залетела. Уже пора. Сейчас приду. Все еще не For Honor. Смотри, показываю лайфхак. Хуяк. Все еще не For Honor, блядь. Хуяк, хуяк. Потом вот сюда нажимаешь, короче, так. И все. Ай, For Honor. Погнали, блядь, For Honor. Как раз будешь объяснять мне. Кстати, можешь в Discord зайти, блядь, и нормально мне все объяснить. Слышишь, Ваня? Зайди в Дискорд, блядь, объяснишь мне нормально. Хули не могу. У тебя же есть микрофон. Не понял, что за хуйня с интернетом, блядь, мне интересно. А-а-а.
сейчас запустится и полетим. Аллилуйя, 5 человек на стриме. Так, модер тут, напиши плюс, мне нужно спросить кое-что, как бы. Что насчет компьютера? Нужно спросить. Вот. Образование программиста, блять, как бы только у тебя здесь. А Боба. Вот. Короче, смотри. Смотри. Вот данный компьютер. Блять, сейчас Фухонер откроется. Ладно, хуй с ним. Сейчас, подожди, запущу игру. Я понял, что отходил, блять. Вот за такие вещи надо отбирать модерки. Короче, смотри. 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 А Боба. Сейчас, блядь, загрузить, чтобы я мог спокойно, блядь, альтабнуться. Чтобы не зависло нихуя. Я уже вот ненавижу этот щит, кстати. Смотря. Данный компьютер имеет свойство, блять, по несколько раз в день просто взять и... Что сделал? Просто взять и нахуй зависнуть намертво. Вообще непонятно, в чем проблема. Короче, сколько ни пробовали, он просто... Вот играешь в чё-нибудь там или сидишь где-нибудь в ВК, блядь, хоть чё-нибудь. Он просто берет нахуй и зависает. Типа зависает так, что ты не можешь ничего сделать. Ни альтабнуться, ни, блядь, контр-альт-делит нахуй. Никакие диспетчеры задач. Нихуя не можешь делать. Просто зависает намертво. И все. И одна картинка, вот что ты делал последняя, она зависает и стоит. Нихуя не сделаешь, нихуя, вообще никак ничего не поменяешь. В смысле, уже что только не пробовали, искали в инете эти проблемы, всякие, блядь, всякие программы, там, вирус, не вирус, все проверяли, винду переустанавливали, блядь, не один раз уже. Вот, раза два, наверное, точно. Это 10-е, да, наверное, и хуй знает, как это вообще проверяется, блядь, свойства, наверное. Здесь, где это смотрится, блядь. Да, 10-е Pro. Это Pro, это официальная, кстати, даже винда. Это официально установлена винда. Вот, в общем, просто чем-то занимаешься, играешь, что-то делаешь, и он просто зависает. Вот как я, у меня, вот почему стримы сейчас зависали. Он просто встает нахуй намертво, и пока ты его не перезагрузишь, ничего не изменится. В чем может быть, блядь, ебаная проблема? Может, хоть ты мне объяснишь? Я жду. Проц греется. Блять, вот, кстати, насчет процессора как вариант, потому что... Да я понимаю, что в разных, но мы просто дохуя всего пробовали. Вообще полностью сносили винду. То есть это по-любому не в самой операционке проблема. Это что-то, вот типа там внутри системника какая-то хуйня. Провода все проверяли, все подключено, блядь, все работает, все кулеры, вся хуйня. Охлаждение у него, короче, на процессоре стоит такая типа башня, и вроде как она, ну, нормальная, достаточная. Еще думали, что это может быть блок питания, типа, там же есть хуйня такая, что если блок питания
не подходит по вот этим ватам, не по, как, короче, не подходит по этой хуйне, по питанию, короче, то тоже может зависать. Но мне кажется, тогда бы он сразу зависал. Да я не знаю, как это называется, понимаешь, я сам вот услышал, Влада, что башня, башня, а как ее называют? Радиатор. Да, так нормально, радиатор у него стоит. И вот этот ебаный радиатор, короче, должен, по идее, хорошо охлаждать. Но я что-то нихуя не заметил. Кстати, возможно, надо будет купить ему термопасту, походу. А то он уже собрался материнку полностью менять, блядь, с процессором. Надо ему купить термопасту, наверное, и нахуярить ее на процессор, блядь. Слушай, я не знаю, что еще может помочь. Скорее всего, перегревается, да, вот есть такая хуйня. Надо будет ему сказать. Вот. Пока погнали в ебаный фухонер. Просто бывает иногда такое, что ты сидишь и играешь, типа, блядь, часов 12, нахуй. Он за все эти 12 часов ни разу не зависнет. Вот, что бы ты ни играл вообще. А иногда бывает, что ты играешь, короче, прямо только запустил комп. Вот только что запустил. И он нахуй сразу же, блядь, перегревается. Ну, или не перегревается, не знаю, просто сразу... Над желтый. Так у тебя красный вообще, иди нахуй, блядь, долбоёб. Ты вообще с красным натом, блядь, плохо. Это дома, а ты не дома, ты, блядь, бездомный, так что молчи. Дом, когда будет свой, тогда и будешь пиздеть, что у тебя зеленый. На японском сервере у него, ага. Давай, не пизди там, блядь, долбоёб. Сейчас, короче, запустимся. Разъебем. Кто-то, блядь, покинул сессию. Красота. Короче, возьму, наверное, ебаного стража. Хотя, возьму Кинсея. Один хуй против бота. Сейчас будет рыцарский бой. Вот. Рамуши, ну да, блять. Ну зачем у меня здесь вон китаец, рыцарь, бот и японец. Ну, тоже, наверное, японец. Это вот этот, который хуйлан с шапкой? Видимо, играет, блядь. Это же против ботов, что ты удивляешься? Тут на ком угодно можно. Ну вот, я и говорю, да, блядь, против ботов вообще похуй, за кого играть. Полетели, бля. Так, пойдем на С сразу, блядь. Я все-таки самурай, никак. Шо, кто здесь, блядь? Он пизды дать. Пока Вы никого не захватили попадает. зону Си! А шо, а где враги? Я не понял. Вы захватили зону Эй. Шо, блядь, я здесь стою? На туда идти? Никого. Вот они, блядь. Ща пизды дам. Вот это да.
Зона Си потеряна. Да как потеряна, блядь? Я только что тут съебал. Ладно, иди ты, блядь. Я все. Вот настоящая добыча. Своих буду пиздить. Динамит самурай. Так я на меду. Ну, видишь? Крипо хуярь. Так, немножечко. Вы захватили зону Си. Вот он, блядь. А вот этот еблан. Надо отпрыгнуть, блядь. Ага, долбаю. Веду свои. Зона Эй потеряна. Где он там? Вон он, блядь. Отъебись, сука, отъебись. Зона Си потеряна. Запизди его, сучий сын, блядь. Пиздец. Черный приор. Есть такой. Изи, короче, катка, походу. Вы захватили зону Эй. Обижали, бля. Виу, виу. У это шо я, самурай. Это мои бойцы. Такое ебло, блядь, уебищное. Жопу съел. Да ты не пиздишь. А, это не мои, блядь. Я думал, это свои. Думаю, что они меня пиздят. Ну-ка, пошли нахуй, ребята. Там сложный бот был, не пиздишь. Зона Эй потеряна. Так, ребята, блядь, вы что-нибудь будете сегодня делать? Там, чё я один играю, то чё? Пойду помогу, блядь, сейчас его разъебу там. Геймер профессионального уровня. Ну, кстати, вы захватили зону Си. Кто со мной вообще поспорит здесь в игре? Ваня меня уже пососал, как бы. Я вот ебал, как бы вот могу. Вы захватили зону Эй. Вот. Никто не идет опять на эту хуйню. Пойду, блядь, кого-нибудь захуярю. Опа, салам алейкум, блядь. Вот он, вот сейчас я его запижу, блядь. Суки не будут мешать. Да давайте пойдем в режим все-таки боя, блядь. Зона Эй потеряна. Все, отлично. Теперь крипы скидаем, блядь, собаку. Так, отойди от меня. Я тупо, блядь, своему стою мешаю. Так, что там я на два могу протапать, что-то сделать. Ой, блядь, все. Что-то нажал. Здесь нормальный медведь, 4-4. Противник помогает, сломлен. Вот, да, похуй мне, на самом деле. Противник, он сломлен, понимаешь? А я не сломлен. Мы тащим? Да, мы тащим. Вот, смотри, у нас сейчас. Изи, блядь, победа. Опа, пошел я на С, короче, отобью быстренько. Смотри. Зона Си потеряна. При том, что у меня ХП вообще нет, сейчас чисто отобью. А я могу на Т нажать и захиляться. Все, я побежал. Куда ты идешь, вот вы ебан? Захватили зону Си! Я захватываю здесь, блядь, моя точка. Бля, смотри, вдвоем пиздец одного. Дебилой, блядь. Пойду крипов хоть хуярь. Так, вбегай, пиздец. Победа! Все, да это из игра, блядь, победа. Я он еще похуярю какой-то. Все, а ты меня тут пиздишь, блядь, на точке ХП, реген. Сиди, блядь, я лучше тебя знаю, грубо. Ты меня пиздишь, я год в нее уже. Играю, блядь. Вон, видишь, второе место, блядь, второе. А я, блядь, 6 часов только не играл, блядь, второе место. Поиск добычи на поле боя. Какую-то хуйню открыл, блядь. Куда нажимать? Пробел, блядь. Пробел далее. И что, блядь? И что? А где, кстати, Вадим, мне интересно? Он в прошлый раз так хорошо следил за игрой. Мы что играли? Мы играли Inside, он так хорошо прям смотрел, ему прям понравилось, по-моему. Так, теперь мне надо как-то отсюда нахуй выйти. Что, я вот ни разу не играл
штурм. Игрок против ИИ. Давайте, блядь, не знаю, что это такое. Попробуем. Добейтесь победы в режиме штурм. Атакующие должны сломать ворота с помощью тарана и убить врага. Блядь, это та хуйня с тараном, блядь. Защитники должны что-то там еще. Я бы тоже инсайт посмотрел. Штурм не надо, это сложно. Инсайт, короче, да, я позже поиграю в инсайт. Штурм сложно. Ты что, угораешь? Смотри, беру стража. Сжимаю, смотри, на одну кнопочку. Достаточно. Готов. Все. Это уже победа. Видишь, все. Там задачу выполнять надо. Да мне похуй, блядь. Тиммейты что-нибудь сделают и выиграем. Блядь, здесь все. Я просто халявно эти получу, блядь, все очки. Да сейчас попробуем поиграть, подожди, бля. Инсайт, кстати, да, поиграем еще. Когда инсайт будем играть, надо будет Вадима позвать. Еще мне надо бы покурить, но для этого надо подождать, пока уснет вахтерша. И покурю в окно, потому что уже нельзя, как бы после 12 нельзя курить, выходить. Задача, какие, кстати, задачи там надо выполнять примерно хотя бы? Что делать-то, блядь? Я просто играл в сюжетке за защиту вот этой хуйни, и там просто надо было отбивать долбоёбов, которых не подходит. Я где-то уже проспаунился, мне надо вниз, или мне надо, блядь, сюда. Что это вот? Что здесь? Я могу что-то взять. А я могу спуститься. Не надо ли мне? Звоню вахтёрше. Все мои его хуярят. Сейчас тоже его захуярю, только сначала это хуя, блядь. Потерял все эти, блядь. Сейчас нам не пройти! Расчистить путь! Что делать? Ну что мои делают, чуваки? Не знаю, я пойду туда крипов. Что делать? Что я не знаю? Вот почему в режим боя не входит? Я нажимаю, у меня просто скипается этого режима, блядь. Мы же, по идее, наоборот, должны его защитить, этот таран, а мы его зачем-то ломаем. Ты чё, блядь, выёбываешься? Дебил, блядь. Какой суки. Запиздили, крипы. Ты чё, баба, играешь гей, что ли? Шо, еблан? Шо, дурак, вы? Скажи мне, ты дурак? Меня сегодня кто-нибудь поднимет, блядь, поднимай, дура, тварь. Все, я отказался от помощи, иди нахуй. Хай, баба. Ты че, реально баба? Да не, нету сисек, какая баба? Все, это мужик. А, коса, ебать, это баба. Ой, ёб твою мать, ну я не знал, что это баба. Извиняюсь. Встал, блядь. Блядь, отпрыгивай, гандон. Вот эта кнопка пробел, она здесь нахуй нужна. В игре она просто не работает. Беги, блядь. Вот не бежит. Она не бежит. И пробел не играет. И не бежит. И нихуя. В этой игре нет смысла. Ее надо удалять срочно. Видишь, у нас тоже тут за бабу играет. Ничего страшного. Зови кинуть. Сейчас я вот эту хуйню доиграю и пойду в отрезь. Там уже должны меня, блядь, восстановить в бою. Побежали. Куда я бегу? Я хуй не знаю. Надо туда побежать. Вот они, здесь хуйня. Захуять его уже, блядь.
Бля, жди по против. Вот он, блядь, кто-то прям нагнал. ЛКМ хорошо работает, ну а хотел. Хоть ты хотел, не знаю, ни одной карты, но прям. ЛКМ, ПКМ, я тут все. Вот это свои? Нет, интересно. Хоть бы ебать. А, нихуя, не свои. Идите нахуй тогда отсюда, блядь. Пиздань, еще разок, еще разок. Все, беги. Иди отсюда, не надо. Он пробежал, я не знаю. Ворота сломаны! Защищайте последние! Ворота, блядь. Обижали. Защитники атакуют! Защищайте Таран! Где сука? Воины! Защите! Готовьтесь. Мы здесь поставим на пульту. Хуя. И получить пизда. Девка на стене. Я не знаю, меня подставили. Блять, отбеги! Да! Вот почему такая задержка после нажатия? Я нажимаю три раза на одну и ту же кнопку, чтобы отбежать. Нихуя не происходит. Как, вот я так понимаю, в этом режиме я должен разъебать таран. Вот мы как-то должны разъебать таран. Как мы его можем разъебать? Нам надо убивать кого-то, кто рядом с ним находится, или что? Нам надо просто, блядь, ждать чего-то, блядь, или пиздить таран нам. Что делать, сука? Вот здесь, так понимаю, хилиться можно. Это свой. Я побеждал хуярить таран, блядь. Ну че, пиздили? Спасайте таран! Вот пиздит обычный, вот пиздит обычный, вот пиздил только что. Хватит, только что. ХП хилит где? Вот где мне хилить ХП? Куда мне подняться? Надо куда-то убежать, наверное. Я поднимусь, блядь. Алло? Ну, по-моему, блядь, да хилит ХП. Бежали, блядь, там никто вообще всем похуй на этот таран, блядь. Вот они, суки. Поднять. Я понял, да? Защищайте таран от их атак! Я не понял. Вот кто-то пришел. Прыгни назад. Прыгни назад. Вот ты видел? Вот сейчас ты его видел? Я отпрыгнул назад. Этот гандон просто ко мне притянулся. Он просто ко мне притянулся и меня уебал. Это конченая игра, которую я сейчас играть уже точно не буду. Нам не пройти! Устранить преграду! Нам не пройти! Расчистить путь! Да ебаный, игра! Вот он шаг! Да беги, тварь! Стоишь здесь? Или куда ты чем вообще? Иди на пол. Ой, лохматый, блядь. Даже знаю, как тебя учить. В смысле, блядь, эта игра, вот в данный момент, вот здесь вот режим,
какой-то режим, в котором просто надо бежать, блядь, и хуярить ботов и все, блядь. Просто чтобы они не прошли. Чему тут учить, блядь? Тут просто конченая игра сама проявляется вот так вот. Со вся конченность игры. Вот эта сука куда-то побежала. Я вызываю, блядь, блядь. На бой. А что тебе надо, блядь? Все. Допитил. Защищайте таран от их атак! Расчистите путь для тарана! Да, давай, короче. Да. Нам не пройти! Устранить ты! Если что, дожду на стриме. Вот. Удачи, спокойной ночи. Легчайше для кого? Для видеть, хорошо. Прыгнет, 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 прыгнет. Отпрыгнем, блядь. Ждем, ждем, ждем. Все, тебе пизда, че думаешь? А, хорош, я сам. На, нахуй. На, все. Так что, все, мы победили, походу. Нам. Нам не пройти! Расчистить путь! Убейте их! Нет, это залог. Все, это победа. Сейчас проспомним 2 и. Убейте их! Расчистите путь! Да все, победа из. Изи, ты там что-то пиздел, блядь, что-то выебывался. Я все разрулил, всех разъебал. Ну, видишь, блядь, убийство 11, нахуй. Все, изи. Развоебывался мне тут, блядь. Дурак, сам играть не умеет. Приказы выполнены. Понимаешь, я выполнил приказ, дурак. Ты мне говорил, сложно, сложно. Сам не играл ни разу в этот режим. Сложно ему. Тебе сложно, конечно, ты не умеешь играть в эту игру. Вот. Если хочешь, можешь, в принципе, зайти один на один. Я тебя быстренько дерну. Вот. Мне как бы не жалко. Че, зайдешь один на один? Лох. Зайдешь? Лох, а? Лох. Зайди один на один. Тебя разъебу. Ищи, разъебу, блядь. Че тут, блядь? Хуйня, кстати, игра на самом деле. Полная. Легчайшая для величайшего. Могу выбрать вот из этих всех кого угодно и разъебать Ваню. А что он мне вообще играть не умеет? Бота третьего уровня? Господи, блядь, ты за кого вообще меня, блядь, принимаешь? Выбор противника, смотри. Короче, кого взять, даже не знаю, пусть как-то рандомно это произойдет. Вот так, опа, все. И пикаем третий уровень. Че я нажал? Все правильно, нет. Третий уровень, все. О, господи, легчайше, нахуй. Вот дурак, нахуя самурая сделал. У меня все японцы куплены. Я не понимаю, понимаешь, вот я не знаю, что. Вот он у меня заблокирован, блядь. Но я могу за него играть. Но я за него ни разу не играл, поэтому даже пикать его не буду. Возьму кенсея, хули. Я за него умею играть, в принципе, более-менее. Смотри, вот до третьего уровня убить, это, в принципе, ну, типа, блядь, ну, для меня это вообще ни о чем. Короче, это буквально дело 3 минут. 2, 1. Сейчас изи будет, смотри. Бот 3 уровня, господи, блядь. Ты еще проще, чем тебя даже разъебать, Вань. Хотя не знаю, что проще может быть. Смотри, да ща вообще простота, нахуй.
Стальной рассвет, чай ему устрою, нахуй. Чё ты, блядь? Чё, вот это, блядь, твои боты третьего уровня? Вот это? Вот это он? Или это он, нахуй? Чё я не понимаю, нахуй? Чё он делает, блядь? Он только защищает, нахуй, пока что. Хуй, ладно. Я ему все, я его проспал. Убивающий удар, нахуй. Держать плюс сосать. Что там говорил про ботов третьего уровня? Я что-то не понял немножко. Где? Вот он. Минус башка, блядь. Чё, третий уровень бота или чё там? Ну-ка заходи в игру, блядь. Даже драться со мной не хотят, они боятся, блядь. Так, тихо. Я убрал эту хуйню, чтобы они стояли на месте. Сейчас у меня... Ничего я не включаю. Сука, сдох. И шаг. Всё, блядь, уф. Теперь дерется. Да они легкие, блядь, что дерутся, что не дерутся. Хуйня полная. Конечно, ХП. А как ты, блядь, здоровье игрока. Нос игрока. Включи. А, здоровье игрока включить, все. Вот он, животное. Тихо, ждем. А, сбоку, сбоку. А, гандон. Че там говоришь, бот третьего уровня, блядь? Кто вообще? Кто это, блядь? Третий уровень, вот ты, блядь. Вообще, вообще игроки. То есть, смотри, я уже как бы разъебал до хуя. Нет ХП нихуя. То есть сейчас он меня убил, это нечестно, как бы, ты понимаешь? Вот, сейчас будет честный бой, смотри. Вот это честный бой, как бы у меня ХП включено, у него тоже. Он меня вполне может запиздить. Но, сука. Ждем ХП. Нихуя ХП! В бок, блядь, сука, мышка ебаная, гандонка. Встань, блядь. Да сбок, ну тварь. Оба, спрыгнул. Смотри, отпрыгнул. И какой ему сейчас снесу. Все, изи. Легчайший. Все, я разъебал бота. Бота. Ну все, как бы я все честно его разъебал. Я бесконечный ХП отключил. Все, нормально. Заходи, Вань, заходи. Быстренько заходи, я тебя взъебу еще разок. И пойду уже играть в Warface, блядь. Заходишь, нет? Заходишь, Вань? Заходи, не бойся. Или ты все-таки испугался? Испугался, да? Испугался. Так и знал. Понятно, короче. Походу придется выходить из игры, играть в Warface. Ваня, выходи. Ты зайдешь, нет, сегодня, блядь? Давай я тебя быстренько ёбну, блин. И все. Ничего не пишешь, блядь. Как я тебя пойму, блядь? Дурак, блядь. Что тебе надо? Блядь. Сейчас подожди. Ну я тебя жду. Давай. Включайся, заходи. Сейчас быстренько отлетишь. И все. Чат нахуй просто ноль, блядь. Людей меня смотрят. Перезагрузить надо нахуй ебаную страницу. Ноль нахуй людей. Четыре. Кто-то, блядь, смотрит. Уфай в пизду. Хонор. Уходим. Давай, Ваня, я тебя жду, как бы. Пока себе пойду водички налью. Что мне сказать? Ну, например, как я бот третьего уровня отпиздил, при том, что я играл против него первый раз вообще в жизни.
смысле, нихуя не делал, он не успел ничего сделать, потому что я его ебал. Можешь у Вани спросить, бот третьего уровня, это достаточно сложная хуйня. И как бы там все честно было, я все включил, вообще все реально. Даже свое ХП, просто я даже не знал, что у меня мое ХП отключено, то есть, что по мне урон. Я потом включил и разъебал его даже так. Сейчас Ваня зайдет, я его быстренько разъебу. Мы пойдем Warface хуярить. Там будем троллить быдланов, короче, в голосовом чате. Это будет, конечно, весело, блядь. Потому что там такие фрики играют, что пиздец. Ваня напиздел, в смысле? Давай посмотрим, напиздел он или нет. Сейчас он зайдет. Steam. Зашел, смотри, сейчас зайдет в игру еще. Ждем, короче. О. Вау. Сейчас ждем Ваню. Вот знаешь, что самое обидное, Данил? Вот угадай, Данил, что самое обидное в данный момент сейчас происходит? Данилка. Данил, ну угадай, вот что самое обидное? Да не, это хуйня, то, что никто не смотрит, мне похуй. Вот угадай, что реально самое обидное. Смотри, сейчас приглашаем Ивана в группу. Вот прям реально самое-самое обидное, что сейчас происходит. Да, ебать ты угадал со второго раза, пиво закончилось, блядь. Это реально обидно. Пиздец. А ведь я нихуя не напился. Еще Вань долбоёб не может подключиться в группу. Подождем, хули, пока он зайдет, блядь. Кстати, хочешь я еще немножко потроллю, Данил? Сейчас я сделаю то, чего ты сделать никогда не сможешь, Данил. Как бы вот. Сделал то, чего ты не сможешь. Губа шлёт. А ты так не умеешь просто. А где, блядь, вообще эти бочки открывать, мне интересно? Вот мне что-то там Ваня говорил про бочки. Персонализация, может? Нет. Герой. Нет. У меня 8 бочек, я не знаю, где их открыть. Даже. Просто вот, просто не знаю. О. Профиль. Вряд ли здесь, блядь. Вот когда научишься так делать, тогда и будешь... А пока не надо. Я тут въебываться. Где ёбаный Ваня? Он зашел, блядь, в эту хуйню. Он не может, блядь, подключиться. Он ливнул теперь, блядь, пиздец. Пригласил вас в игру. Shift F2. Жмем. Принимаем, блядь. Итак, ёб вашу мать. Я подключился или нет? Подключился. Заебись. Все. Сейчас он запустит.
пользовательскую игру. И смотрите, если он возьмет японца или долбоеба со щитом, то Ваня официально хуесос. Потому что он знает, что это имбовые персонажи, против которых я вообще не знаю, что делать. Это раз. А во-вторых, потому что они имбовые сами по себе в этой игре, блядь. Что, блядь, и с ними хуй вообще поиграешь. Они просто спамят одну и ту же хуйню. И ты, типа, ничего не можешь сделать. Вот. Так что Ваня окажется пидорасом, если я... если он пикнет этих долбоёбов. Вот, это официальная информация. Сейчас играю одну-две с Ваней, короче, ебаную игру. И пойдем веселиться в голосовом чате Warface, блядь. Блять. Ну, я арену, конечно, пикнул, блять, Ваня. Какашительную. Но я возьму кинсе этого. Ой, еще блядь, брать. Здесь Ваня еблан не подсмотрит, что я взял на стриме и пикнул. Этот еблан тоже взял кинсе. Ваня, я твой рот ебал. Смотри, Ваня говноед, все, официально. Этот хуйлан сейчас заспамит хуйню. Он типа, это его основной перс, короче, он на нем играет охуительно. Вот. Он сейчас заспавит какие-нибудь две атаки или одну. И разъебет меня тупо потому, что я даже не понимаю, как их контрить. Потому что я играю в эту игру только, блядь, седьмой час. Вот. Так что, если есть желание, можете Ваню попылесосить, он этого вполне. Раунд один. Пизду, я сейчас ливну, короче. Блять, я отбил атаку, кстати, блять. А теперь пизданем ему быстренько. А, сука, пососи. Ага, все, 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 чекаем, 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 что делать, смотри. Отпрыгнул хуйсос. Ага. А, пидорас. Ага, 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 ага. Ага, ага. Тихо, 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 тихо. Да вверх, блять, я... Бок и бок и бок и прыжок. Блять, нихуя. Пидорас. Ваня говноед и гандон. Я с этим пилососом играть больше не буду. Потому что я его почти запиздил, раунд честно. Два. А он, хуйлан, опять заюзал свои вот эти шайтанские приемы, блять, с спамом какой-то хуйни. Поймал долбоеба. Блять, забегал так. Блять, что мне запиздить. Так, ну-ка, пизды ему. Да, сука. Пизды ему, я ему дал весело, блять. Бодро нахуй я его погонял вначале. Он тупо из-за того, что он знает приемы все, короче, выигрывает. Потому что он на этом чуваке уже год, наверное, отыграл. Раунд 3. Ой, блядь. Да можно забежать, блядь, нет? О, сюда забегу. Пизду его, блядь. Смотри, бежит за мной, блядь. Гамадрил. Ой, блядь, тут некуда деваться. Ах ты, сука. Блять, да блять, защищайся. Ой, пиздец. Да хуйня игра. Еврейский прием. Он, кстати, да, это потому что прием это еврейский, а он еврей, поэтому как бы не проходит прием это против него. Не, охуенно, охуенно. Мне нравится, надо ещё, блядь. Ой, блядь. Переигровка. Ну как я съебался профессионально, а? Надо было только сразу направо повернуть, блядь. И все. Иммунитет к еврейским приемам. Я надеюсь, он не пикнет того же самого, блядь. Было бы обидно. Я, в принципе, могу взять на буси. Я в прошлый раз, блядь, за нее Ваню разъебал, но
Она как персонаж конченый, блядь, за нее сложно играть. По словам Бани. Но я его за этого персонажа разъебал. А больше я ни против кого не ебал, не играл за этого персонажа. Сейчас попробуем, хули. Она, в принципе, все понял, Ваня гомосек, это надо ливать. Короче, вот этот перец, за которого он играет, он издалека пускает эту хуйню, это пидорасовский перец, его типа надо заблочить, но так как я блочиться не умею, контратаковать здесь надо. Раунд один. Поэтому этот хуйлан решил вывести за счет того, что он знает вот эти приемы, блядь, этих конченых даунов. Тихо, сейчас мы его подловим. А, смотри, отбегает, отбегает, хуйла. Сбежать с этим гандоном и спамить. Смотри, смотри. Тихо, тихо, тихо. Джон. Ага, отбегаем, отбегаем. Вверх, 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 вверх. Тихо, 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 тихо. Ближе, ближе подходим и... Спамим, 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 спамим. Тихо, тихо, не надо ему отдавать. Не надо ему давать отбегать, блядь, гандон. Победа! Короче, с ним надо просто сблизиться, блядь. В этом вся суть. А иначе этот еблан из камня будет хуярить. Вот не смог сблизиться, он сейчас хуя пососал. Точнее, не смог отдалиться, я с ним сблизился сразу. Тихо-тихо-тихо. Оба. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. А вот теперь хуярим его. Да попади, сука. Ёбаный перс устал до того, как я попал, блядь, хоть раз. О, все, заюзал, заюзал. Нет, смотри, все. Все, дальнейшая игра. Имеет смысл только если я... Тихо, 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 заспамить, 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 заспамить. Заспамить, 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 заспамить. Еще, еще разок, блядь, еще разок. Устала. Ёбни, ёбни, ёбни. Победа! Я выиграл. Это раунд три. Блять. Это такие стратегии, нахуй. У меня ща мозг нахуй лопнет. Так, надо сразу съебаться, чтобы я не видел. Получилось заспамить. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Подходим поближе, подходим поближе. А, зачем?